Еще больше талантливых исполнителей, шире список звездных имен, масштабнее охват видов искусства. Все это третий фестиваль «Пестрый тюльпан». Инициатива соберет в Бресте представителей 5 государств. Со сцены будет литься музыка, на ней же будут петь и танцевать. Если раньше форум был исключительно музыкальным, то в 2018 году несколько изменил свой формат. Непременно попасть нужно на фламенко-спектакль «Фрида». Это уникальный спектакль, который с успехом прошел месяц целый в Мадриде. И наполнены сейчас залы в Петербурге. Нам с большим трудом удалось, просто мы уговаривали, что говорится, стоя на коленях перед ними, потому что они очень дорогие и очень востребованные. Это «Фрида». Это, конечно, второй день. Это замечательная группа шоу-барабанщиков «Стресс». Молодежь будет просто в восторге. И, конечно, театр современной хореографии в этот же день, 24-го, представит романтический, замечательный спектакль «Тополя и ветер», который тоже собирает большие залы в Петербурге. И традиционный первый день – это любители музыки, но зато в первый день у нас будет представлено сразу 5 стран. Фестиваль проводится в областном центре благодаря спонсорской поддержке. Организаторы с радостью отмечают, с каждым годом интерес к инициативе растет со стороны крупных предприятий и представительств иностранных государств. И если на старте инициативы финансовую поддержку оказывал один субъект хозяйствования, то сейчас их не меньше 5. Если я вот сравниваю именно с нашим первым и сегодня, то сегодня мы, во-первых, намного раньше начали, да, намного раньше, и на сегодняшний день к нам подтянулись очень много предпринимателей. Напоминаем, фестиваль мастеров искусств «Пестрый тюльпан» состоится в областном центре в конце третьего месяца весны – 23, 24 и 25 мая. Билеты уже есть в продаже. К слову, их цена весьма демократична. Тем, кто хочет погрузиться в мир творчества, стоит поторопиться. Организаторы подчеркивают, свободных мест с каждым днем становится все меньше. Подробную информацию всегда можно найти в интернете на информационном ресурсе фестиваля, а также на сайте Брестского академического театра драмы.